Программа «Большая стройка» подготовлена по заказу государственного предприятия УКС города Гомеля при участии Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома. Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» побывает на стройплощадках города и, в частности, узнает, как возводится жилой комплекс «Шведская горка». Кроме того, мы познакомим вас с одним из лидеров по строительству жилья не только в нашем регионе, но и в целом в Беларуси. Также наши эксперты расскажут о кредитных новинках, которые предлагают гражданам отечественные банки. Управление капитального строительства города Гомеля – лидер по объему ввода жилья среди аналогичных предприятий в регионах страны. Так, в 2016 году УКС города Гомеля возвело почти 95 тысяч квадратных метров. Для сравнения, это почти вдвое больше, чем УКС Бреста. Основная деятельность управления капитального строительства Гомеля – возведение жилых помещений. Сегодня предприятие строит дома в разных районах областного центра. И особенно массово в 59-м и 96-м микрорайонах. Кроме того, ведется и уплотнение городской застройки. На карте города также появляются новостройки, которые вскоре перерастут в мини-микрорайоны. Если говорить сегодня, продолжим о плане строительства, то значит, в этом, как я сказал, 98 тысяч метров квадратных жилья мы планируем построить. Значит, примерно это 1200 квартир. И порядка 600-650 квартир мы планируем построить для нуждающихся. Значит, цены для нуждающихся у нас... Скажем так, они приемлемы. В сегодняшний момент самый дешевый дом, который мы строим, цена 632 рубля. И самый дорогой для нуждающихся – это цена 730 рублей. Любой сегодня, скажем так, гражданин Республики Беларусь, если он стоит на очереди в городе Гомель, либо в другом населенном пункте Республики Беларусь, может приехать к нам, взять справку в себя на работе, либо там по месту исполкома, местном исполкоме, и построить квартиру по льготной цене. Одно из новых направлений в строительстве, которое предлагает своим клиентам УКС города Гомеля – возведение квартиры под ключ. Воспользоваться такой услугой может любой желающий. Человек, который построил квартиру, не только с нами, но и любой застройщик, может прийти нам, к нам, заказать эту услугу. Мы составим смету на работы. Значит, где человек будет видеть, сколько это стоит, поскольку мы будем ориентироваться все-таки на материалы, которые более такие социальные, но мы можем делать так, чтобы укажем работу, какая стоимость работ без материала. Человек сам может выбрать, купить в магазине материалы, либо на другом где-то месте купить, предложить свои материалы, и мы своим материалом сделаем эти работы. Мы проверим качество, мы проверим сегодня стоимость этих работ. Сегодня цены на рынке, так скажем, частных компаний, либо, как скажем, человек закажет это где-то, ну, физлица, то цены, хочу сказать, что у строителей наших ниже расценки, даже со всеми накладными планами, чем участника. Преображать жилье будут строители, исходя из пожеланий и финансовых возможностей клиента. При этом предусмотрен как бюджетный, так и элитный ремонт квартиры под ключ. В любом случае, такая услуга предполагает подготовку и отделку стен, полов, потолков, установку дверей, отделку плиткой, перенос коммуникаций и изменение планировки. Отделка жилого помещения под ключ – это создание уникального интерьера, который сделает вашу квартиру уютной. Дополнительные услуги по благоустройству дома готовы предложить дизайнеры. Исходя из строительных норм и правил, они предоставят клиенту разнообразные дизайнерские решения по планировке и декору жилья. Например, помогут определиться с решением по цветовой гамме помещений или расстановке мебели. В УКСе города Гомеля отметили, что ремонт квартиры под ключ выполняется надежно, оперативно и качественно.
Одна из популярных новостроек Гомеля – жилой комплекс «Шведская горка». Такой интерес к ней со стороны горожан вполне оправдан. Это одно из живописных мест на карте города. 59-й микрорайон расположен на берегу реки Сож. Красивый пейзаж и свежий воздух здесь не только летом. Активное строительство в «Шведской горке» ведет УКС города Гомеля. По словам специалистов, на данный момент это довольно большой микрорайон застроен практически на 90%, а его общая мощность по жилью – порядка 300 тысяч квадратных метров. Шведскую горку микрорайон мы вообще запроектировали выход ПСД 2010 год. В этот же период мы ее начали застраивать. То есть можно сказать, что вот за 7 лет мы ее практически застроили. Если сегодня поделить на метраж, то в среднем, наверное, 1040-45 мы в год строили жилья в Шведской горке. Есть автобусное движение, оно будет расширяться. Мы планируем в этом году завершить перекресток проспекте Октября, значит, с перестройством опор. И, скажем, с точки зрения транспортной доступности, микрорайон будет довольно удобен для наших жителей города Гомеля. И все-таки возможность приобрести жилье в Шведской горке на данный момент у вас еще есть. Несколько домов в этом районе уже будут сданы в эксплуатацию нынешней весной. Так, первый в списке – 10-этажный жилой дом номер 1818А. Специалисты отмечают, что эта новостройка теплая и уютная, отвечает всем современным требованиям. Так, например, внутренние стены дома полностью готовы под финишную декоративную отделку. Срок ввода – май 2017 года. Предлагаем для участия в долевом строительстве трехкомнатных и двухкомнатных квартир от 850 рублей за квадратный метр. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий действуют скидки. Предлагаем дом КПД 1818А в 59-м микрорайоне, трехкомнатные квартиры по 703 рубля за квадратный метр. Приходите, наши квартиры самые теплые и уютные. Управление капитального строительства города Гомеля предлагает приобрести жилье еще в двух 10-этажных домах, находящихся в Шведской горке. Это дома номер 2121А и КПД 15. Здесь у нас представлены два дома. Это КПД 15 в микрорайоне 59 и КПД 2121А в микрорайоне 59. Предлагаем для строительства двух- и трехкомнатные квартиры по 850 рублей за квадратный метр. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий специальное предложение в КПД 2121А, трехкомнатные квартиры стоимостью 690 рублей за квадратный метр. Срок ввода этих домов запланирован на март 2017 года. Прекрасный вид на то, как небо сливается с горизонтом, смогут наблюдать новоселы 16-этажного жилого дома в Шведской горке. 80-квартирную новостройку возводит Гомельский домостроительный комбинат. Это жилье с более высокими характеристиками по ряду коммунальных параметров, прежде всего сбережению тепла. Архитектурная выразительность дома поддерживается французскими балконами на верхних этажах здания, из которых открывается замечательный вид на реку. Уважаемые жители города Гомеля, приглашаем вас принять участие в долевом строительстве 1-2-3-комнатных квартир в многоквартирном жилом доме номер 39 в микрорайоне номер 59 в городе Гомеля по стоимости однокомнатной квартиры от 900 рублей за квадратный метр, 2- и 3-комнатные квартиры от 850. Стоит отметить, что новое жилье возводится и в Новобелецком районе города. Так, 10-этажный жилой дом строится практически в центральной его части. Он расположен в квартале улиц Степана Разина-Войкова. Примечательно, что район имеет развитую транспортную инфраструктуру. Но вместе с тем, сам дом удален от оживленных магистралей. Здесь предлагаются к продаже трехкомнатные квартиры.
Управление капитального строительства города Гомеля также предлагает принять участие в долевом строительстве трехкомнатных квартир от 70 квадратных метров стоимостью 850 рублей в жилом доме, который находится на пересечении улиц Степана Разина, Войкова. Здесь рядом также находятся две школы, центр детского творчества, микрорайон развитый. На карте города также появляются новостройки, которые вскоре перерастут в мини-микрорайоны. В их числе жилой дом переменной этажности в центре Гомеля на пересечении улиц Красная да Кутович. Планировочные решения квартир довольно функциональные и современные. К продаже предлагаются трехкомнатные квартиры. Трехкомнатная квартира от 80 квадратных метров стоимостью 899,9 белорусских рублей. Отличительной особенностью и дома, и квартиры является то, что установлены шикарные французские балконы. Рядом с домом находится 56-я гимназия, два детских сада, шаговая доступность до нового универмага, поликлиника, банк. Все рядом, центр города, замечательное место, развитая инфраструктура. Изучив нынешнее состояние рынка недвижимости Гомеля, программа «Большая стройка» поинтересовалась кредитными новинками, которые предлагают гражданам отечественные банки под строительство жилья. Белинвестбанк для своих клиентов вывел с февраля месяца на рынок два интересных кредитных продукта. Первый кредитный продукт, он связан с кредитованием приобретения или строительства объектов недвижимости. Второй – это потребительский кредит, в котором ставка уменьшена по стандартному кредиту на 25 процентных пунктов. Значит, по кредиту, выдаваемому физическим лицам на приобретение или строительство жилых помещений, ставка первые 25 месяцев составляет 16% годовых в белорусских рублях. При этом срок кредитования на сегодняшний день один из самых длительных и продолжительных на рынке аналогичных продуктов. Он составляет 25 лет. Где и какую квартиру лучше всего построить именно вам? Надеемся, сегодня программа «Большая стройка» нашла ответ на этот вопрос. Мы прощаемся. До встречи на новых стройплощадках.